король российской эстрады, великолепный певец, талантливый актер, красивый мужчина, трогательный, убедительный, гламурный, яркий, пусть и не всегда прав и идеален, но всегда обворожительный и обаятельный. Филипп родился в Болгарии в семье музыкантов. Отец Бедрос Киркоров, болгарский певец. Мать Виктория Марковна, ведущая концертов. «Это моя мама», подписал в своем инстаграме Филипп. С 5 лет ездил вместе с родителями на гастроли. Когда Филиппу исполнилось 7 лет, семья переехала в Москву. Детство проходило на Таганке. В школе учился отлично и окончил ее золотой медалью. Параллельно в музыкальной школе обучался игре на фортепиано и гитаре. В 1984 году поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. В 1988 Филипп окончил училище с красным дипломом. В ноябре 1985 года у него состоялась первая телесъемка в программе «Шире круг» с песней «Алёша». Первые шаги на эстраде, успех, Ленинградский мюзик-холл, гастроли. Гастролирует не только в России, но и за пределами страны – Германии, Австралии, Канаде, Израиле. В 1988 году состоялось его знакомство с Аллой Пугачевой, которая пригласила его участвовать в рождественских встречах. В 1994 году Киркоров женился на легендарной певице. Брак их зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Уже в мае пара обвенчалась в Иерусалиме. В 1994 году артист выпустил легендарную композицию «Я поднимаю свой бокал», а через 2 года представит песню «Единственная моя», которая стала хитом 90-х. Их брак продлился 11 лет. В 2005 году стало известно о разводе Киркорова и Пугачевой. Женат, 2 детей. В ноябре 2011 года он стал отцом. Суррогатная мать родила ему дочь, которую он назвал Аллой Викторией. Артист назвал дочь в честь своей матери Виктории и в честь Аллы Пугачевой. В 2012 году суррогатная мать родила ему сына Мартина. Дети стали для певца новым смыслом жизни. После гастролей он спешит домой и старается уделять малышам каждую свободную минуту. Во время его отсутствия за детьми присматривает сестра отца Мари, бывшая оперная певица. В воспитании внукам помогает дедушка Бедрос. Что же касается суррогатной матери, ее имя по-прежнему остается в тайне. Хотя Филипп утверждает, что женщина регулярно видится с детьми и дарит им свою частичку любви и ласки.